Сначала на работу уходили мама и папа. Потом там же пропали бабушка и дедушка. Их не отпустили на пенсию. Но хорошо, что «Справедливая Россия за правду» победила на выборах. Вернули пенсионный возраст, ввели родительскую зарплату. Папа смог чаще бывать дома, ведь у нас теперь есть справедливый базовый доход. И не зря. «Справедливая Россия за правду». Каждому по справедливости.